Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Григорий, Максим и я, Артур. Здрасте. Мы Всем сегодня привет. Играем в Wii. Мы уже играли в Wii. Шустрилый. Какие у тебя воспоминания по поводу этой игры? Я хочу плакать. У меня как Слендер, только не Слендер. Вот такие воспоминания. Игра, на удивление, такая изобретательная, да? Там много чего понадумали такие. Ага. Не то, там что женщина там страшная туда. В сарафане. Да ладно, женщина там такой размером с грузовик такая тварь бегает. А, ну это другая. А там еще говорят много всяких приколов. Помнишь, на тебя из дома какая-то хрень вылетела? Это было смешно. Давай начинать. Короче, ты берешь... Вы у меня упали. Да, я беру фаера. Кстати, где они? Вот, кстати, они. Я взял фаера. Нужно идти на запад, а где тут запад вообще? Вот, я уже один даже зажег, смотрите. У меня есть компас. Я какаю фаерами. Везет тебе. Да. Я взял радио. А чтобы бегать, нужно спамить пробел, кстати, вы это помните? Я в белом круге. Кстати говоря, если, допустим, вылезает бабайка, то вот этот вот пробел, он, вернее, не пробел, а вот этот круг, он исчезает. Так, а, да? У машины кто? Джек. Это я. Ага. А так, это Максим я. В синей курточке, Артур в красной кофте. Короче, Максим он Фредди хипстер. Меркури вообще. Артур Фредди Меркури, отлично. Да, Артур а Фредди Меркури. Ты мой а сын из армы. То есть старый. А ты, Джек, просто бомж с вокзала, наверное. Подайте монетку. О, нет, вообще бы вошел. А где дорога? Вот дорога. Как бегать? Пробелом. Пробелом, чтобы нажимать сильно. Куда ты щемишь? А я ладно. Медленно, я так чуть-чуть совсем. Подщемливаю, да? Да. Слушайте, ну тут жутковато, я вот вообще не играл, например. Это а, да? Тебе не очень тогда повезло. Я-то а, чё, так, я опытный. Ну, начало, по сути, то же самое. Сейчас на дереве будет приколота записка, ее пойдет Джек возьмет. Да, но тут еще такая тема. Скажи мне, Артур, я тебе скажу. Я прыгать начал. Да. Да нет. Этот. Записки нужно читать как раз в круге. Зачем? Джек, хватай ее. Я просто взял ее. Пойдем. Не ой, хочу ничего. Кто прибежал вдалеке? Где? Где? Неважно, ребята, это просто мое воображение. Иди вперед, Артур. Веди нас в фрейд. Я Слендера прошел. Я смелый. Here we are. Born to be kings, the princes of the universe. Я предлагаю пока не чесать, потому что если вдруг что-то произойдет, вот там что-то было. Хруст. Справа дерево появилось, оно выросло буквально. Выросло? Да, это не дерево, на мои глаза. Это нет, я хочу жить. Можно я буду жить, пожалуйста? Параноик. Просто... Блин, что-то жутковато. Так, а назад можно оглядываться? Короче, ребята, конечно, на здоровье, Джек, смотри, я оглянулся, вот, если видишь, привет. Если вы смотрите, это не в наушниках, не с надернутыми шторками. Слева красное что-то. Выдаю дисреспект. Слева... А, это цветы, фу, они так горели. Такие вещи нужно играть и смотреть только так. Сейчас женщина прыгает, Артур. Ну, ладно, пойдем ее опять. Женщина, не гони. Да не волнуйся. Вон спереди круг. Еще что? Хорошо. Давай к кругу. Круг. Круг победы. Так, ну я по дороге пойду. Но мы за тобой, мы понял, типа ты центровой, я второй, Джек замыкающий. Джек, ты тут? Что меня сожрут. Я уже думал, Джека его нет рядом с нами. Оборачивайся иногда. Ну. Ага. Вторая записка пойду возьму. Замечательно. Наверное, я брошу фаер на всякий случай. Да зачем? Ну чтоб типа мы видели, что мы здесь были. Фаеры оставь лучше. А они бесконечны. Я вообще не понимаю, зачем здесь компас, потому что я один на него не смотрю. В общем, заброшенная хижина. Здесь, наверное, живет Петрович из Дейза. Опять да, нужны скорее сели, всего, да. Он просто его выселили из Черноруссии за неуплату налогов, потому что он не работал. Так, мне сильно тебя не хватает, давайте брат. С тех пор, как ты разругался с отцом и уехал в город, моя жизнь стала несказанно хуже. Отец запил пуще прежнего, понимаешь? На мне уже не осталось ни одного живого, понимаешь, места. Местные подбадривают на меня, но кто я им? Особенно если вспомнить про наши долги. Я подрабатываю тем, что учу детей, но едва ли этого хватает. Хотела тоже уехать, но из-за болезни мамы все бла-бла-бла, короче, в общем, ничего. Твою мать. Нормально. Где я? Ты где? Где я? Фредди! Беги к нам. Где я? Фредди, не бросай меня. Как ты тут оказался вообще, старый? Я увидел эту тетку, и меня куда-то перекинули. Ну я вздрогнул. Блин. Я нормально. Нормально все будет, ребята, выберемся, не волнуйтесь. Я потерял пушку. Я потерялся. А вот, я вижу вас. Спереди что-то опять мелькнуло, наверное. Не, ничего не мелькнуло. Все хорошо. Блин, нафига кнопка выключить фонарик? Кто будет в здравом уме это делать?
Я выключил. И все без фонариков идут. Фонарик вообще, по-моему, он привлекает внимание. Бабайк. Да нет, тут же одна бабайка. Я в воздух лечу. Что? Парни. Джек Шепард. Комета! Что это? Там была комета. Я был в воздухе, и вот я здесь. Парни, не отстаем. Я иду. Фредди, Фредди, мы с тобой. Макс, давай буду в середине следить за мной, потому что я почему-то... Нет, я не хочу, ты будешь сзади. Околоземную орбиту, зачем? Я защищен со всех сторон, и спереди, и сзади, мне так удобнее. Мы пойдем в лес, господа. Моя команда. Все будет хорошо, тихо. Тут сзади что-то хрустнуло. Но я не хочу. Спереди глаза это или что? Нет, тут круг, не волнуйся. Круг, да. Он меня спасет. Так, понимаю, нас от тебя. Вообще говорят, цветы, там что-то какие-то цветы и воды искать, по-моему. Помнишь, тут же цветая вода была? Здесь какие-то есть артефакты, которые можешь собрать. Тихо, тихо! Джек, не иди туда! Джек, не иди туда! Там что-то, какие-то искры. Я в круг. Да это просто... Он исчез! Он исчез! Круга больше нет. А, я его стер, видимо. Спокойно, ребята, мы выберемся. Мы выберемся. Это мои кирпичи, нет? Нет. Да, это их оставил с прошлого раза, видимо. Здесь наверняка это должна быть где-то записка. Записка, вот, записка, вот она. Записка. Вот она. Бери. Не хочу ничего знать, идем дальше. Бла-бла-бла. Хорошо, я предлагаю вернуться к дороге, ребятки. Фредди, потому что Фредди топит. Фредди, давай. Что-то ширкнуло, ай, господи. Нормально, нормально. Нихера не нормально, ну... Да ну за нами! Я опять был... Салаги. Опять комета, комета упала. Комета. Что? Почему я летаю? Идем. Что происходит? Не, на самом деле это смешно. Давай попросим Джека в лесу. Джек. Давай. Давай, давай на 100 рублей забьемся, что ты 100 метров в ту сторону не пройдешь. А мы посмотрим. Вообще, да. А давай. Нет. Сейчас опять женщина выскочит. Она по таймингу выскакивает, кстати. Там спереди что-то светится, это круг. Круг. Давайте до круга. Зачем кто последний? По таймингу? Нет, никаких кто последний. Я хочу смотреть этот сток сена. А я вижу Вия! Радио шипит. Какое радио? Макс, свети меня, я не знаю, где ты. Кто, где? Где Фредди? Вижу. Фредди, вот он. Я смотрю. Словно. Слева что-то красное. Если смотрите в круг, то отворачивайтесь от него. Не смотрите на него. Все, ребята, обнимемся в круге. Я не смотрю на него. Ой, круг исчез. Ну что? Ааа, твою мать! Баба! Это он бежит у нас! Я болю. Я бегу. Я сожги. Я выдохся, он со мной, по-моему. Артур, это я, господи. Он убежал за Максом. Макс. Я быстрый, потому что нашел святую воду. Шустрила спидранит игру. Почему Шустрила поет песни? Потому что Шустрила клевый парень. Ви пришел за ним, но Шустрила не сдается, потому что он поет песни в стиле кантри. Па-п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 а
пожалуйста, женщина, не прыгай. Ви, идя за шестрила, я лечу. Пацаны, спасите, Артур. Я прошу, спасите. Что такое было? Спасите, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Друзья, я в лесу. Команда, певец кантри. Да мы все в лесу. Фредди Меркьюри, певец кантри. Да, Фредди Меркьюри, певец кантри. Летающий в небеса. Ребята, я вижу круг. Ну так иди круг. Мы тебя не видим. За тобой не гоняйся вроде пока никто. За нами вроде тоже. Все хорошо. Вон машина стоит. Я на гребаном болоте. А, ты на гребаном болоте? На гребаном болоте. Я тут... Вы тоже на болоте? Да. Здесь Рафик стоит. И сталкера причем. Это круто. Я зашел в круг, только он какой-то желтый. Нормально. У меня есть святая вода, слышите? Я все-таки пойду дальше. Тут могила чья-то. А, это здесь я святую воду нашел. Хорошо. Выкоп. Артур, сзади страничка. Страничка, хорошо. Друзья, мне страшно. Да нормально, все с тобой будет. Сейчас он умрет. Там погибнет с ужасной смертью. Ты берешь ее или что? Я взял, да. У меня какие-то странные планы. Ой, слева. Бежим? Вот он бежит, а вот он через километр от меня. Электрик. А че вообще? Иди ты вот сзади и валим. Валим топ. А, нет, тут сюда топит. Сзади, говорит, Ви, начинает кругами мотать вокруг меня. Что? Так, а вы где вообще? Не знаю, мы где-то в лесу. Я бросил фаер, короче, под себя. По-моему, я тебя видел. По-моему, я видел твой проблеск.
Я бросил файр, он горит красным такой. А он вообще отвлекает монстров, по-моему? Я не думаю. Джек Шепард, ты понимаешь, что ты умрешь первым? Нет, я понимаю, что умирает тот, кто в красной водолазке. Блин. Из всех нас ты. Мы вернулись к этой стройке, где там кротилы, помнишь? Ага. Да, понял. Я пытаюсь, когда большая. Я пытаюсь бежать куда-то, я даже не знаю куда, вот честно. Сейчас если женщина прыгнет на меня, я все, я кончусь. Блин, а можно я больше не буду взлетать в воздух? Мне это не нравится всем. Не надо, не надо, все нормально. За почему это происходит на Йосе? Я пришел в дом, Артур, слышишь, тут дом. Помнишь, там, где на тебя бабайка выпрыгнула? Ага, да. А я вот дело в том, что даже не видел ее на видео, я решил оставить. Ладно, неважно. Это просто... Электрик! Пу-пу-пум. Я взял записку и убегаю. Па-па-пам. Отлично, сколько у нас записок получается уже? Кто не читал? 5, 4. Мы какой-то горе вышли. На 3, по-моему, вообще. Что вообще происходит? А, ну замечательно. Ты где-то недалеко от нас, раз ты услышал это УВИ. Я его видел даже. Где я? Артур, ты где? Я в лесу, где был. Я вижу твой свет. Куда ты делся? Куда ты делся? Я вижу, Джек Шепард, где ты? Вот, я вижу, иди сюда. Ты там как? Спасите меня. Пожалуйста. Например, хорошо, вдвоем, да, Джек Шепард? Одному, я наверное, стрёмно в этом лесу. Ой, блин, я как подумаю, как это в этом лесу одному ходить. Меня прям передёргивает. Я подсолся. Я не хочу. Чё, кто он слышит? Мы вышли, по-моему... Слушай, давай ты веди, потому что я что-то вообще кругами хожу просто. У меня компас, причем, заметь. Я не был ни разу. С компасом. Я вышел в болото. В болото? Да, я вижу свет какой-то... Чуть-чуть слева. Да, слева там. Идите к свету, идите к свету, идите к свету. Хорошо. Все. Ой, и он пришел. Разворачиваемся, бежим. Джек Шепард, ты, если что, пожертвуешь собой, ладно? Ладно. Я пришел на болото. Я не хочу. Бежи, беги, беги. Оно сзади? Оно сейчас прыгнет тебе на голову. У меня пробел не работает. Я боюсь поворачиваться, но у меня видео. Друзья. Да. Оно сзади? Нет. Все нормально, успокойся. Что, друзья? Друзья, ты страшный. Клана, мать. Ты видел, Джек Шепард? Ты видел? Нет. Я скажу, что двумя соснами только что прошелестело тень. Я знаю, что видел, поэтому мне страшно. Что это, камень? Давай будем обороняться, не знаю. Волк, что ли, я не знаю, что это. Мы все умрем. Друзья, да. ну спасите ж меня. Я уже около креста тут запарился курить. Около креста. Если ты один, то у тебя просто шансов нет. Говорят, фонари, кстати, садятся. Если его сейчас выключить и потом включить, то все будет норм. Хорошо. Рискнем? Выключить фонарик. Я выключил фонарик. Я тоже бегу в темноте. На Ютубе сейчас люди просто наслаждаются. Артур? Справа. Артур? Где-то? Что? Ты где? Я вижу Вия. Он потерялся. Артур? Включи фонарик. Включи фонарик. Вий взлетел. А он за мной. Вий за мной. Это Артур. Я пытаюсь сбежать от него. Где я? Ты такой страшный. Ходит за мной, блин. Я сбежал от Вия. Молодец. А на самом деле нифига не страшно, и я вообще просто. Ну, мы вдвоем играли, было страшно. Просто тут уже... У меня хоть сейчас конец света случится, если вы меня не найдете, короче. О, ушился страшно. Да ну вы издеваетесь, серьезно, вы на распрятались куда-то в трейлер и смотрите за мной на камерах, да? Вы не кушаете попкорн, и вообще не смешно это, шутка старая. Здесь колодец есть, ты здесь был? Да, может быть. Возможно, девочка в колодце. Я пойдем проверим. Давай спущусь в колодец, а ты подождешь меня. А вы нашли что-нибудь, типа, вот я святую воду нашел? Колодец. Мы не нашли ничего, кроме ведра. Нам поможет ведро? Я не знаю, если честно, меня выпрыгнет женщина, я выйду из игры, все. А че сзади дома? О, я круг вижу, справа. Да, круг справа. Сзади дома, может, Машка, нет? Тихо. Справа глаза, а нет, это круг. Спокойно. Парни, кто меня спасет, я там ему дам 50 рублей. Че так мало? У нас спор на сотню был уже. Так, спокойно. Я опять вышел на полу. Мы в деревне какой-то ходим. Деревня? Да. Да, тут дома всякие. Нам норм. Да, Джек Шепард, обычно в деревне дома. Тут
Там вышла какая-то... Вот тут он, я, вот, Артур? Артур, где ты? Вижу, я бегу к тебе. Я не могу уже. Через света. Я не могу уже. Проститутка! А, вот ты. Вон там Вий. Бля, он рядом со мной вообще. Вот там что-то светлое. Это твои фаеры. Мы твой фаер нашли. Фаер убежал. Я нашел Вия. Как такая инфа. Он справа где-то. Мы у фаера. Он за мной бежит. И справа. Слышим, мы видим его. Мы видим тебя. Пробежал тень только что. Беги к нам, беги к фаеру. Беги. Беги, он нашел меня. Все. Нет, он сейчас упадет. Он сейчас упадет на тебя, Джек Шепард. Я умер. Ты умер? На этом мой выпуск заканчивается. Дальше к моим коллегам. Отлично. У меня есть гениальная идея. Развернуться, встать спинами друг к другу и рвануть. В разные стороны? Да, обычно что будет. Нет. Мы пойдем туда, куда пошел Шустрила. Мы пойдем туда, куда ты нас приведешь, да? И умрем там. Мы найдем то, что тает это болото. Там в лесу что-то посвечивало. Пойдем проверим. Пойдем проверим. Ты предложил лучшую идею разделиться. Вот этот крест. Ты у него стоял в болоте, да? Да, и там около креста святая вода была, я ее застигнул. Нашел место, где стоит, там была деревня совершенно безопасная. Блин, теперь, когда нас поменьше, что-то даже как-то уже пожучее стало, или место такое. А вас, вы меня и так не видели. Вон он, сейчас ты убрешь. Давай. Ой, я не могу бежать. Я смотрю на твои чаты. Он прыгнул на меня. Он прыгнул к вам. Уходите. Джек, уходи. Вам конец. Тебе конец. Нет. Пожалуйста, игра, сделай, чтобы я... Ему конец. Беги в дом, спасет тебя. Плевать, оно занят. Пам-пам-пара-пам-пам. Это не страшно, я мужик. Джек Шепард такой, совсем не боюсь. Особенно в конце. Беги! Это было не страшно. Это была актерская игра. Замечательно. Два Оскара этому человеку. В общем, такие дела. Никто не выберется из этого леса. Вот. Никто не выбрался. Почему это я? Ждем к логическому завершению, да. Когда-нибудь мы придем сюда еще. По грибы. Всего хорошего. Я не потеряюсь. Спокойной ночи. Пока.